Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Racing Rocket. Для этого переходим на мой личный сайт. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. Значит, смотрите, первым делом, если у вас нету чита, переходим во вкладку Exploits. И здесь скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Сегодня в ролике буду показывать Star. Также Star используется без ключ-системы, Splash с ключ-системой. Но какой чит вам больше нравится, тот и используйте. Далее, в поиске пишем Racing Rocket, нажимаем поиск. На данный момент пока что есть два скрипта, в дальнейшем их по-любому будет больше, так как режим еще в принципе новый, его недавно создали, скриптов не особо много на него. Буду показывать первый по счету скрипт, нажимаем кнопку скачать. Далее, еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в игру, запускаем чит, заходим в настройки и выбираем DLL от CRNL. Напоминаю то, что DLL от CRNL работает с ключ-системой. Пока что VRDevs не работает, как видите, написано patched. Как только он заработает, будет написано working. Далее возвращаемся обратно, вставляем скрипт. Далее нажимаем inject. Смотрите, ключ я уже сегодня получал, мне его получать не нужно, он действует один день. Если вы его не получали, у вас останется открытым окошко, в этом окошке вы копируете ссылку, далее вставляете в поисковую строку браузера, нажимаете Enter, проходите капчу, вас перекидывают на сайт, вы на том сайте ждете 15 секунд, далее заново эту ссылку вставляете, переходите, проходите капчу. Опять ждете 15 секунд, и так нужно сделать около 4 или 5 раз. На последний раз у вас покажется ключ, вы его копируете, вставляете в это открытое окошко, нажимаете Enter, и у вас происходит инжект. Дальше нажимаем на кнопочку Xcode. Здесь нажимаем на красную кнопку. И ждем, пока появится сам скрипт. Так, все, вот он появился. В принципе, функций довольно много. И давайте его тестить. Пока что его даже не проверял, но самые первые функции, они работают. Автоклик. Ну, кстати, даже сейчас автоклик у меня работает. Не знаю почему, хотя вроде клики сейчас недоступны. Но, как видите, у меня они прибавляются. Ну, это очень круто. Если они прибавляются, тогда нельзя кликать. Далее, автогейн. Starts, получается, когда идет время на старт игры. Погодите, это звезды. Вот это да. Слушайте, я сейчас, если честно, в шоке. Посмотрите, как у меня прибавляются звезды. Очень быстро и в большом количестве. У меня было 0, и сейчас уже больше 600 тысяч. Офигеть, 705 тысяч просто за пару секунд. Я даже не пролетал, прикиньте. Но это очень крутой скрипт, я думаю. Ну, давайте теперь попробуем их потратить. Есть автоапгрейд Rocket. Давайте, в принципе, его проверим. Включаем эту функцию. И как видите, звезды тратятся. И реально все работает. Я прокачал ракету, получается, на максимальный уровень. Офигеть. Ну, это очень круто. Так, у меня вылетело, к сожалению. Давайте я сейчас тогда быстренько перезайду, и мы с вами продолжим. Все, я перезашел. Продолжаем. Заново, получается, инжектимся. И активируем скрипт. Сейчас посмотрим оставшиеся функции. В принципе, первые три функции я вам уже показал. Сейчас посмотрим, какие у нас там остались еще функции. Так, мне тут какой-то меч дался. И можно, получается, еще питомца получить, вроде бы как. Давайте попробуем получить. Или, может быть, я уже получал его. Так, да, он у меня уже получен. Отлично, есть какой-то меч. Окей, ну, пока, в принципе, это нам особо не важно. Давайте посмотрим все-таки, какие функции еще остались. Получается, осталось автооткрытие яиц. Ну, самая стандартная функция, в принципе. И main какие-то функции. Это авто... Enter race. Это, скорее всего, автозаход. Да.
на полет. Как с него выйти? Блин. А, вот. Все, вышел. Отлично, успел. Окей, и авто-реборн. Это что у нас такое? Ага, это какая-то штучка за робоксы. А, нет, не за робоксы, это получается за звезды. Только вот что она делает, я, к сожалению, не знаю. Ладно, давайте накрутим себе звезды. И посмотрим, что эта функция делает. Так, у меня что-то списалось. Ну, то есть, списались звезды. И мне дали какой-то значок. Ну, к сожалению, не знаю, что это делает, вообще важно или нет. А, давайте накрутим сейчас себе звезды. Так, нет, не сюда нажал. 600 тысяч, это здесь самое дорогое яйцо. Кстати, как я понял, когда вы накручиваете себе звезды, у вас может вылететь с игры. Вот сейчас у меня, кстати, вылетело с игры, ну, вы видели. И я смог зайти только спустя час. Это, к сожалению, довольно плохо. Давайте побыстрее это тогда проверим. Так, мы звезды накрутили. А как это яйцо называется? Название его не... Названия нету, окей. Select Tag. Это получается 10-е яйцо. Да, это 10-е. Да. И нажимаем Auto Open. Да, автооткрытие работает. Отлично. Смотрим питомца. Ну, такой питомец. В принципе, довольно сильный. Ну, вообще, это самые сильные, в принципе, питомцы, которые здесь есть. И они выпадают вот с этого яйца. Enchant. Можно им делать или нет? Да, апгрейд можно делать. Отлично. Ну, короче, просто тупо накручиваете себе звезды, покупаете самых крутых питомцев, далее прокачиваете ракету, и все, вы самый сильный в этой игре. В принципе, очень быстро, очень круто, как видите, скрипт очень крутой. Также напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. Все бесплатно, все легко получается. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.